Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваш переходник Nikon Canon с одуванчиком Лушникова. Вот он, переходничок. Сейчас я проверю работоспособность на моей камере. Ставим переходник на объектив. Если у вас объектив будет иметь люфт с переходником, то внутри переходника есть разжимные так называемые губы для уплотнения посадки объектива. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм, диафрагма 1.4. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса работает в режиме One Shot и означает, что пока нет подтверждения фокусировки, пока объект не попал в фокус, затвор не сработает. То есть вы выбираете точку фокусировки, крутите резкость, можете полностью нажать кнопку затвора, можете наполовину. Когда резкость появится, вы услышите звуковой сигнал, если он у вас включен, и точка фокусировки, которую вы выбрали, загорится так же, как с автофокусным объективом. Подробнее я вам отправлю еще в письме объяснение, как работать с одуванчиком. Сейчас я упакую переходничок и пойду на новую почту, отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.